А это второй набор. Соответственно, вы уже видите, что сантоку и янагиба. Янагиба нож, который нужен для того, чтобы делать сашими и обрезать роллы. Он одностороннюю заточку имеет с этой стороны. Довольно толстый обух и прямую сторону с этой. Они все в масле, потому что углеродистая сталь, нужно за ней очень деликатно. Вот, два набора из старинного японского городка производства 1948 года. Бренд называется Тадафуса. Невероятная вообще гламурная штука для настоящих ценителей. Ребята, вообще единичный экземпляр.